Установка бокового дефлектора 2D от компании «Стрелка 11» на машину КАИ Е5. Что такое 2D? Видите, плоский, даже мягкий, при установке будет жестко, красиво, и с хромом еще будет, и самое главное, еще и бесшумно будет. Как видите, мы уже открыли окно для проветривания. Вот под эти условия. Даются спиртовые салфетки. Протираете поверхность внешнюю, где будете клеить. Мы это, конечно, уже все сделали. Установка происходит по верхней части и по боковой. Стоять она будет слегка под наклоном. Снимаем защитную пленку. Перекрываете хром. Идете к передней части. Также перекрываете. Снимаем защитную пленку. Берем полотенчика, немножко придержим. Сначала приклеиваем самый верхний край. Потом чуть-чуть ниже. Она еще в защитной пленке. Установка второго дефлектора. Смотрим, чтобы был верх и низ одинаково. Вот я вижу одинаково. Также здесь по верхней части. Также берем полотенчика, придержим и верхнюю часть доклеиваем. И потом чуть ниже. Смотрите, чтобы были двери ровные. Двери могут быть по высоте неровные, а могут быть немного соотношения. И это влияет на то, что как вы приклеите. Здесь примерно так, а здесь будет вот так. Или наоборот. Сначала выровняйте двери перед установкой. Или посмотрите внимательно перед тем, как клеить. Вот эту дверь я немножко вытягиваю на себя. Установка третьей детали. Это уже для декора, для красоты, чтобы закончить всю эту красоту. Чуть-чуть подклеиваем, смотрим, чтобы опять у нас это по высоте снизу сошлось. Также берем полотенчика, сначала проходимся по верхней части и посильнее по нижней. Если вы не нашли товар от компании «Стрелка 11» на свой автомобиль, также 2D дефлекторы, лобовой дефлектор, защита сетки, также защита камеры, то, пожалуйста, звоните, обращайтесь. Разработка от компании «Стрелка 11» будет бесплатной. Звоните в компанию «Стрелка 11». Данную продукцию вы можете приобрести в интернет-магазине компании-производителя «Стрелка11.ру». Прямые ссылки на сайт и товар находятся под видео.